Без холодной воды сегодня остались несколько сотен жителей советского района Красноярска. Причина аварии на магистральном водопроводе – труба пол лопнула рядом с домами. На проспекте Комсомольский, как рассказали в Краскоме, жалоба на небольшую течь к ним поступила накануне. Сегодня бригада выехала на место, и как только рабочие сняли мерзлый грунт, вода мощным потоком хлынула наружу. Она растеклась и затопила все вокруг. Из-за этого дорога и тротуары покрылись льдом. Работа на участке сейчас все еще продолжается. Сроки, когда людям вернут холодную воду, в компании пока не назвали. Но обещают, что с 16 до 18 часов организуют подвоз. В настоящее время уже котлованы откачали, идут восстановительные работы. Проезжую часть также чистим, посыпем песчано-солевой смесью, все вернем в прежний вид. О сроках устранения аварии жители могут узнать в нашей диспетчерской по телефону 211 39 63.